Дело на миллиард. Петроградский районный суд отложил предварительное заседание по иску Леонида Лебедева. Мужчина требует от петербургской сбытовой компании возмещения морального ущерба. По его словам, в своей квартире он перепрограммировал счетчик. После этого показания на приборе учета увеличились на 55 тысяч киловатт. Петроэлектросбыт, по словам Лебедева, долго не реагировал на претензии. Другого выхода, как обратиться в суд, петербуржец не нашел. Однако сегодня процесс перенесли из-за того, что на заседании в качестве ответчика может быть вызвано другое лицо. Сегодня выяснилась все-таки взаимосвязь и каким образом, скажем так, привлекался этот субподрядчик, который все-таки выходил в квартиру. Ну и в дальнейшем, возможно, либо петербургская сбытовая компания, либо сам исполнитель станет ответчиком по данному делу. Перепрограммирование произошло в октябре 2015 года, а жалобу он подал в феврале 2016. В октябре, в ноябре, декабре, январе и феврале, то есть буквально за несколько недель до жалобы, он сообщал, что счетчик у него исправен и передавал кассиру его показания. Во всех обстоятельствах предстоит разбираться суду, ну а сам истец объяснил, что сумма нанесенного морального ущерба с 9 нулями после единицы – это самый веский аргумент для того, чтобы в сбытовой компании все же обратили особое внимание на проблему.